Уже не хватает. Я сейчас играю. Играй, сейчас покажешь, как поиграть. На подарки, сюрпризы. Спасибо. Пожалуйста, дай поцелую тебя. Спасибо. У меня подарки. Подарки, подарки, давай. Да. Спасибо, мама. На здоровье, Соня. Ой, сколько всего-то. И мармелад. И мармелад. А еще что там лежит? Миска. А это? Кукла. Кукла. Ой, все, сколько подарков. Масе покажешь подарки? Вася. Ты знаешь, что ли, Масе? А это моя кукла. Твоя будет кукла. А это дети на книжке, да? Ева какая-то. Тоже Ева, твои? Это панда. Это панда. Панда. А это кто у нас? Кит. Кит. Про кита. А это осьминог. 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 И синок. И качели. Здорово. Высоко сейчас будешь летать, да? Сань, высоко. Как мы с дедом качаемся? Покажем? Да. Как? А так, вот так. Ой! Ой, как высоко. Вон до того дерева, говорит, раскатывали. Да? Ты высоко. Покачай. Покачай, да, уже тихо, да. Надо сильнее кататься, да? Ой. Да, ты играешь в песочек. Мариновали ребенка. Ну-ка, как ты можешь? Ну и правда тоже. Так нормально? Да. Идем гулять. Всей компании. Привет. Черная рябина. Два веселых, их там много было. Там не два веселых гуся. Она сейчас не папа, елки-палки, папа. Я не знаю, какие елки-палки. Елки-палки. Любовь. Не крепленная, но нет. Хорошая нет, такой. Просто она не разбавлена водой. Да? Разбавляй. Ой, да. Забываю. Надо крутить, а не вытаскивать. Санька, что ничего у него нету. Это что такое? А я жду его такого. Ты боишься? Очень боюсь. Ты дышишь. Вон туда стреляй. Ты дышишь. Ну, дается. Как Мася. Как Мася. Киска кушает такая. А что ешь-то хоть? Ягодки. Какие? Какие? Куни. О, полетели. Ой, без банани. Есть. Да? Я не вижу ничего. Что звукозаписывающая компания решила издать песню следующим символом. Пробила? Вот куда? Ранила. Ранила в ухо. В каску. Ты что, в нос? Давай, целься. Готовься. Есть. Нос, четко в нос. Да. Из мишки аж песок посыпался. Куда ты попал? А, ну почти. Я целился в А. Ты хочешь спать, лев? Жить-то. Ищу, да, жить-то. Зима впереди. Винтер из, как говорится, каминг. Шейна собирает полынь. Останусь на этом поле жить. Вооружена и опасна. Саша в лугах. Мне нужен специальный такой нашлемник. Полынюшка, матушка. Да засунь ты нормально. Ха, поработали. Полынюшку собрали. Коровушку надо теперь выдавить. Бабань, ну как? Нормально.
Сейчас молочка парного. Спинку валишь что-то. Вон. Все искололись. Кроссовочки помыла, постирала в машинке, как новые. А что, жарко уже, распогодилось, еще солнышко. Давай, поворачивай. Пойди там поручу. Правый поворотник. Зачем тебе туда? Ты меня чуть не убил ножницами. Натурально все. Нет, нам надо специальную полочку для камеры. Надо везде, да, и сделать такое реалити-шоу, типа Дом 2, только такой частный. Спасибо. Да, котик-то довольный, налегке. Помог бы. Не знаю, что это. Ну, что-то пипец, тут огромная коробка. Как вы думаете, что у блогеров снизу? Пижамные штаны. У меня пижамные штаны. А, не могу одной рукой открывать. Блин, она такая тяжелая. Саш, помоги мне! Ты аккуратно в эту сторону открывай. Ты же видишь, что она открывается и может упасть. Я уже использую кондиционеры. Бывают вообще такие совпадения? Я только недавно сказала, что у меня все кондиционеры кончились. И типа, я не знаю, покупать новые или нет. Прикиньте, если бы я купила. Тут вот это что такое? Так, ладно, эту сумку я потом посмотрю. Золотая орхидея. Я, кстати, Ленор никогда не пробовала. Ну, то есть, не покупала никогда вообще сама. Мне как-то пару пробничков давали. Жемчужный пион. Аметист? Аметист как-то пахнет? Ух ты. О, Саш, тебе тут понравится. Блин, а тебе рыбой пахнет? Янтарный цветок тут еще есть. Янтарь тоже пахнет? Ой, прикольно. Спасибочки. На чем у меня камера стоит? Воу! Да ладно! Да, что, даже дневник, что ли? Ты серьезно, что ли? Все, кость не готов. Баба не готова. Застегни, пожалуйста.